Ветер, здравствуйте, ребята, снова я опять. Сегодня у нас среда. Сегодня мы едем в соседний город, прогуляемся в Кёльн. Решила я, значит, родителей показать город. Я думаю, им понравится, так что, как будем на месте, я вам все покажу детально и расскажу, понравится нам город или нет, стоит туда съездить или нет. Ну, мы были, но вот в этом году увидим, может, что-то изменилось, мне интересно. В августе были, в соборе были. Ну, Аня, ну, может, что-то появилось, а вдруг. Так что все, я включусь, когда буду там. Мы в Кёльне. Второй раз уже здесь, даже третий. Один раз мы были в том году, в августе, второй раз по поводу паспорта. И сейчас вот приехали погулять. Алло. На YouTube. На вокзале сейчас девушка, ну, из Украины, по всей видимости, сказала, гарного шуаночка. Да, ну, конечно, из Украины. Бежала быстро, конечно, спустилась, больше не успела. Скажи, гарного шуаночка. Да, дякую. Можете писнуться на нашу. Не знаю. А в Украине у нас сессия, как она может бачить. Я не знаю. Я думаю, ей сподобается. Зараз будемо подариватися, відео робити. А далі включимось. Звичайно. Снимай, пожалуйста, у меня шнурок. Так, мама. Повыше. 0,5. 0,5 включи. Вон Украина. Можете присесть. Давай. Ты хочешь посадить руку? Все к этому на наш. Я фото я все снимаю. Да, гривны, да. Я думала, это польские, я перепутала. Гривны. Все, это не надо. На, добей пару. На, не надо все деньги. Ребят, оставляем на память наши гривны. Все евро, мы гривны. Слышишь, как ты отличался?
давай, давай, смотри в кадр. Вас создаст. А там почему так мало? Странно. Не знаю. А? Не знаю. Тоже есть Украина. Так, значит, что? Значит, гуляем мы. В Кёльн приехали. Погодка радует, ветерок и солнце. Нормально. Но Аня говорит, что ей жарко. Душно. Значит, что хочу вам сказать. Не знаю, хотела родителей в кафе сводить, они против этого всего. Я немножко расстроена. Но солнце были нормально. Столько замочков, я в шоке. Я до сих пор еще автограф была. Самое интересное покажем. Кстати, это набережная или как, я не знаю правильно. Замочков много, я так понимаю, это любовные замочки. Любовные замочки. Да. Сейчас включу, покажу, что здесь интересно. Смотрите, сколько их здесь. Просто. Весь мост, это бесконечно эти замочки. Сердечек ты сказал? Дорф, а сюда яхты идут. Может, и прокатиться. 50 евро. Может, говорят, прокатиться. На сильно веселье. Кашляю. Что, может, пойти узнать звук? Сейчас напишу. Ага, куда бежит деньги? Да я думаю, что оно здесь по времени, экскурсии и так далее. Да не, я говорю, 50 евро это, наверное, расстояние от этого мостика до того, скорее всего. О, смотри, есть колесо обозрения тоже. Может, там аттракционы тоже есть? Мне кажется, тоже есть аттракционы. Не знаю. Ой, что-то у меня как будто волос попался. Ну, сделали бы для велосипедиста, ну, да, реально, неудобно. Ну, люди гуляют, это же люди, они вот это любят. Логично, вас никто не пропустит, тут такая толпа. Закидывай 2 евро. Да, именно 2 евро, да, стоит. Получается, да. Так. Шоп. А что не с этой? Я хотела такую.
ты ж сюди нажала. Ти сюди нажала. Та там сюди. Было нажать. Ну ладно, ничего страшного. Ну ладно, это тоже какой-то. То же самое. Сувениры. Прикольно. 8 евро. Музыкально. Ну да. А вот, смотри, ручечка есть даже. Hello.